По меньшей мере 13 человек были убиты в ходе рейда в фавелах Рио-де-Жанейро. Целью полицейской операции был арест членов «Красной команды», одной из самых старых и крупных бразильских группировок, занимающихся в основном наркоторговлей. Как сообщают местные власти, среди убитых лидер ОПГ Леонардо Араужо. По словам полиции, операция была направлена на лиц, ответственных за серию нападений на сотрудников общественной безопасности в штате Пара, в ходе которых с 2021 года были убиты 40 стражей правопорядка.